Здравствуйте, это итоговый выпуск нашей программы в студии Андрей Дреер. О самых заметных и важных новостях этой недели в ближайшие полчаса. Край мерзнет, а на некоторых территориях замерзают. Яровое спустя год действие статуса ЧС вновь отмечается коммунальными авариями. Во время новогодних каникул там дважды ломались котлы. Температура в квартирах и социальных учреждениях опускалась до минус 14 и даже ниже. Виктор Томенко посвятил этому вопросу свое первое совещание в 2021 году и отправил в краевой город-курорт министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку потрогать батареи, посмотреть, подумать и вернуть горожанам тепло. Город-курорт Яровое зимой по традиции превращается в базу уже экстремального отдыха. В минувшие выходные на ТЭЦ поочередно из строя вышли два котла. Температура в квартирах опустилась до 10-14 градусов. В город вынужденно выехал министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. В основном 17 градусов. Это позавчерашняя. Это зачем? Мы котлы вчера привели в нормативную работу. Глава города Виталий Самобойчий на совещании отметил, запас угля хватит до февраля. Поставки благодаря помощи правительства региона продолжаются регулярно. В прошлую зиму нехватка топлива стала одной из причин передачи котельной из частных рук в муниципальное управление. Как и в прошлый визит, тоже связанный с ЧП, чиновники посетили детские сады и многоквартирные дома. В группах тепло, проблем никаких не было, то есть мы были довольны положением, все было хорошо. Но в связи с вот ситуацией немножко мы подостыли. Сегодня-завтра оно прогреться уже должно. Наталья еще спускалась надо мной на пятом этаже, но у нее было холодно еще и до ваших этих. По данным Министерства промышленности и энергетики, не было квартир, в которых температура была бы ниже 18 градусов. Это норматив, но по словам министра со станции, вода сейчас выходит с температурой, даже превышающей показатель. Это необходимо, чтобы прогреть остывшие дома. Жители этих домов, которые за долгую историю проблем с Яровской ТЭЦ видели многое, хотят понять, когда тепло в квартирах будет стабильным. Станция не ремонтировалась очень много лет, а оборудование, которое здесь находится, оно достаточно непростое и сложное. И ремонты, которые не надо производить, они капиталоемкие. Поэтому цикл ремонтных работ, он нарушен уже был несколько лет назад. Сегодня мы делаем все для того, чтобы цикл по ремонтам, по текущему, по капитальному восстановить, для того, чтобы оборудование ежегодно проходило технический ремонт. Теплоснабжение Ярового находится на особом контроле правительства региона, а министр закончил свой визит на ТЭЦ. Поговорил со специалистами и рабочими предприятия. Сотрудники заверили, что делают все необходимое, чтобы отопительный сезон в Яровом прошел спокойно. Андрей Дреер, «День с толком». В Барнауле тоже без коммунальных аварий не обошлось. Два дня подряд в городе фиксировали порывы. В понедельник паровое облако накрыло автостоянку на улице Попова. Горячая вода дождем пролилась на машины и людей. На следующий день по центральному проспекту текли ручьи. На перекрестке Ленина-Чкалова прорвало водопровод. Даже пришлось отключить воду для 8 многоквартирных домов и ограничить на какое-то время движение. А следующая новость для некоторых жителей края не просто неприятная, а ужасная. Алтайский госуниверситет вернулся к своему плану изменить облик площади Сахарова в Барнауле, выкорчевать сквер у корпуса Д и построить там новый корпус. На праздниках ВУЗ объявил о поиске разработчика проектной документации и позже даже представил, как будет выглядеть корпус будущего. Некоторые оценили эскиз кратко, могло быть и хуже. Но как здание впишется в общий ансамбль и потеряет ли город еще одну зеленую зону? Мы новый корпус построим. Примерно так больше года назад заявило руководство Алтайского госуниверситета. Выбрали место рядом с корпусом Д на пересечении Димитрова и проспекта Социалистического. Это было время парковых войн. Общественность активно протестовала против застройки зеленых зон. Если сквер на Молодежной удалось отстоять у Рэдисона, то ситуация вокруг Алтгу тогда встала на паузу. Помогла или помешала, это как посмотреть, пандемия. И вот классический снова напомнил о планах. На сайте вуза показали, как, возможно, будет выглядеть будущий корпус, а также пояснили, почему он так необходим. За последние три года отмечается рост контрольных цифр приема на бюджетные места. Рост планируется и дальше. Например, Институт географии набирает на первый курс почти 350 человек. Три года назад эта цифра была меньше в три раза. При этом основной прирост идет по естественно-научным и информационным направлениям подготовки. А это требует дополнительных компьютерных классов и лабораторий.
несколько лет. Историк Данил Дегтярев протестовал против вырубки сквера и застройки тогда, готов выйти на пикеты и сейчас. Он уверен, строить нельзя, потому что а. Под топор пойдет часть сквера, а их в центре осталось мало. Б. Высотка испортит исторически сложившийся облик площади Сахарова. Проблему можно решить, уверен он, выбрав другое место. Мы предлагаем разместить такой кампус также в центре Барнаула в продолжении Обского бульвара, то есть вместо частного сектора на Комсомольском. Если удастся добиться хорошего федерального финансирования, как, например, оно было во Владивостоке лет 10 назад, когда там на острове построили кампус федерального университета, почему наш университет Алтайский государственный не может претендовать на такое же финансирование? Может и достоин. На этот раз Дегтярев не один в поле воин. Вокруг него начали сплачиваться единомышленники. Например, Юрий Красильников, уже проявивший себя как защитник сквера на Молодежной и парка Ленина. Всего активных участников защиты площади Сахарова уже около десятка. Их число, по словам Красильникова, растет. И планы большие. Мы будем писать обращение в Министерство науки и высшей школы Российской Федерации, потому что это все-таки они как руководство над вузом имеют, да? С тем, чтобы именно руководство вуза, краевые власти, городские власти под контролем общественников сели бы за стол, за круглый стол переговоров там, и решали этот вопрос. Опять же, с привлечением широкой общественности города Барнаула. ВУЗ, как и в прошлый раз, на прямой диалог пока не идет. Но, возможно, желая избежать очередных парковых войн, на официальном сайте пишут, что деревья вырубят лишь часть, а взамен высадят в два раза больше. Однако вот незадача. Согласно недавно принятым поправкам к региональному закону об охране зеленых насаждений, компенсировать деревья придется в том же микрорайоне. Но места для этого рядом попросту нет. Значит ли это, что вопрос могут, как говорится, замять? В краевом заксобрании нас заверили, вузу сначала придется решить судьбу каждого дерева и лишь потом приступить к стройке. Он не сможет начать строительство, это четко прописано в законодательстве, не согласовав вот этот вопрос, самый главный, самый первый, это как раз вот, значит, где и как что будет высажено. Архитектор, специалист по городскому пространству Максим Максименко говорит, вся ситуация вокруг корпуса АЛТГУ говорит о том, что пора задумываться не об отдельных участках под застройку, а в целом про городское пространство площади Сахарова. Это одна из центральных точек города, это сложившийся ансамбль, мы все к нему привыкли, но ситуация показывает, что, видимо, настал тот момент, когда надо снова вернуться и переосмыслить в целом, как это пространство живет и организовано сегодня, и как ему жить завтра. Пока все стороны, от властей и общественников до вуза, не решились на полноценный диалог, активисты-защитники строят ближайшие планы. Уже на следующей неделе должен начаться сбор подписей под письмо в Министерство науки и высшего образования РФ. А ближе к концу месяца, вероятно, состоится митинг. Илья Кочетков, Николай Шилко, «День с толком». На этой неделе вновь состоялось заседание по делу о сбыте пищевого мака. Обвиняют в этом алтайского предпринимателя Сергея Сиренко и двух его продавцов. Подчеркнем, речь идет о продаже того самого мака, который вы покупаете в магазине для выпечки. Присутствие на прошлом заседании нашей съемочной группы несколько расшевелило участников процесса. Так, на следующее заседание должны вызвать эксперта, который заключил, из пищевого мака таки можно производить наркотик. Сама судья собирается предложить провести экспертизу повторно, правда, в той же организации. И пока будущее обвиняемых туманно, но их поддерживает и даже помогает составить выступление в суде еще один фигурант подобного дела – предприниматель из Брянска Сергей Шилов. Его судили несколько лет подряд за продажу пищевого мака. За все эпизоды в сумме ему грозило 300 лет заключения. Но присяжные его оправдали, и это прецедент. О перспективах развития алтайского дела с ним поговорила Валентина Аскерова. Ну, взяли Сергея. Вы обвиняете в том, что он торговал маковой соломой. Я задаю простой вопрос. Уважаемые господа, следствие, уважаемое правительство Российской Федерации, я понимаю, что в 98-м году у нас был бардак полный, и вы хоть как-то что-то... Ну, уж пора привести все в соответствие. Ну, сколько можно ждать? А что такое маковая солома? А при каких критериях оно становится наркотиком? Вот мы... Сергея привлекают по главе 25 Уголовного кодекса. Преступление против здоровья населения
и общественной нравственности. Но вы не дали мне критерий, по маковой соломе, при каких условиях она становится наркотиком. То есть включили. Но вы перед тем, включить, должны были провести экспертизы. Ну, тогда были 90-е годы. Тогда у нас законодательная страна такая. Все, ну, включили. Ну, сколько лет-то можно? Давайте сделаем. То есть вообще никаких критериев оценки маковой соломы нет? Они пользуются рекомендациями. В свое время, когда у нас строилось российское государство, когда это не было, для закрытия вот этих дел, сделали рекомендательный орган при Минздраве. Назвали его Постоянный комитет по контролю по наркотикам. И, ну, вот в стране было, ну, вот пришло на Брянск таможню, таможник находит ампулы с морфином жидким. А в стране не было вообще. А как их мерить, как их определить, что это наркотик, не наркотик? И срочно, быстренько этот комитет разработал рекомендации. Затем этот комитет разогнали, но эти рекомендации, основанные на приборном парке 90-х годов, так и действуют. И что получается? Есть методики, которые утверждены организацией, которая имела рекомендательное, ее инструкции имели, ну, его решения имели рекомендательный характер, которая работала на общественном начале, которую потом закрыли, с 1 июля 2011 прекратил свое существование. Но методики его живут. Они меряют все на этих методиках, и там заложен принцип, что если в черном веществе есть следы алкалоидов, то это маковая солома. Вот, ну вот у Сергея, вот там есть присутствие, а знаете, как вот пишут методики, маковая солома. Я говорю, господа, ну вот теперь вот смотрите, господа, вот присяжные, я доказываю свои. Говорю, вот смотрите, вы взяли квас, выпили. В квасе вы пошли, вот вы лето берете, выпиваете кружку кваса. С вас тут же, ну, через минуту-две там, берут кровь, и у вас в крови находят присутствие алкоголя. Да. Потому что квас, в любом квасе добавляется лимонная эссенция, которая содержит 45 градусов и так далее. Даже кефир добавляют. Но это не значит, что вы выпили спиртное. Но его в такой степени, что... А и вам говорят, все, извините, вы куда вы сели за руль? То же самое вы возьмете сейчас булочку с маком, если вы ее, рулет лучше, попили с чаем, и у вас берут кровь, у вас находят наркотическое вещество. Ну вот мужчина там на Дальнем Востоке, да, в интернете там пресса подключилась, тоже благодаря прессе. О, мужчина поехал к тёще, та его накормила пирогами с маком, с чаем. Тот выпил, поел, все, его останавливали ДПС. Так, ой, вы под наркотиком. Как я нам? Берут анализ крови. Да, присутствие алкалоидов. На 2 года лишения права. Кончилось тем, что уже когда пресса хай подняла, в суде судья... купили рулет с маком, он там съел, запил там все, посидел, подождал, он при присутствии приставов там сдал мочу, там в моче кровь, отнесли через неделю, вот все показывает наличие этих самых алкалоидов. А полную версию интервью смотрите на нашем сайте и YouTube-канале. Мораторий на банкротство, который действовал большую часть 2020 года, больше не действует. В апреле этот запрет ввели как меру поддержки предпринимательства в условиях растущей пандемии. Между тем, многие алтайские бизнесмены уверены, мораторий следует продлить еще на полгода, а может и больше. Только в этом случае он окажет настоящую поддержку пострадавшему бизнесу. Так председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц объясняет. У многих проблемы только начинаются, а банкротство процедура не быстрая и занимает от нескольких месяцев до года. Если мы представим, что предприниматели столкнулись с проблемами как раз в марте, в апреле,
то последствия этих проблем, они как раз хронологически подойдут именно вот в начале этого года, в первом квартале этого года. Оптимальным, по мнению Фрица, было бы продлить мораторий. Если предпринимательское сообщество края решит, что эта мера необходима, будет составлено письмо в адрес президента России, премьер-министра, а также Государственной Думы. По его словам, сейчас сложно представить конкретное количество пострадавших от пандемии малых и средних предприятий. Но примерную оценку можно сделать следующим образом. Из 37 тысяч предпринимателей края около 8 тысяч до сих пор не определились, на какую систему налогообложения они перейдут в этом году. Юрий Фриц уверен, что косвенное свидетельство того, что последние могут попросту закрыться, именно в этом. Отметим, в конце прошлого года эксперты журнала Forbes также предсказали рост числа банкротств малых предпринимателей в первой половине 2021 года. Семья из Барнаула выиграла в лотерею лекарства для своего сына. Маленький Сережа болен смертельной болезнью – спинальной мышечной атрофией. Препарат, который может спасти ему жизнь, стоит около 16 миллионов рублей. И вот швейцарская компания, которая производит лекарство, решила разыграть 100 доз препарата для детей со всей планеты. В это сложно поверить, но одна из них досталась барнаульцу, продолжит Ирина Корчагина. Сережа, нет, так будешь лежать. Сереже трудно держать голову, он не может стоять и сидеть. Диагноз дает о себе знать. Помочь остановить спинальную мышечную атрофию может импортный препарат Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире. Оно стоит более 150 миллионов рублей. И вот 10 января Сережа выигрывает не просто лотерею, жизнь. Производитель Золгенсма раздал 100 доз для детей со всей планеты. И в это число попал Сережа из Барнаула. Ночью уже в 12 часу позвонила врач, которая подавала нашу заявку и сообщила нам эту радостную весть. Обрадовались, плакали все, но мы до сих пор еще не отошли, можно сказать, от всего этого, потому что у нас шел сбор очень долго, очень тяжело он шел, и мы были уже все вымотаны. Обычно таких пациентов ждут питание через трубку, вентиляция легких, летальный исход. Сережа сам ест, дышит, а это уже большой успех. Кстати, в семье Сергеевых признались, никогда нигде не выигрывали. Честно говоря, мы выиграть надеялись больше, чем собрать деньги, потому что собрать 160 миллионов – это тоже из ряда фантастики. С апреля по январь для Сережи собрали 17 миллионов рублей. Сейчас эти деньги заморожены. Как только мальчику поставят укол, родители Сережи отдадут собранные средства другим детям с тяжелыми диагнозами. Вот. Этого ребенка в свое время врачи предлагали отдать в хоспис, а его родителям задуматься о новой беременности. У мальчика такой же диагноз, как и у Сережи. То, что сейчас Матвей из Рубцовска сам сидит и стоит – большая победа. Больше года назад ему поставили тот самый укол Золгенсма. С обычной семьей из Рубцовска произошло чудо. Дорогостоящее лечение в Америке оплатил анонимный меценат. Не упала, да какая умничка! Она же всегда у нее раньше падала. Смотри, ты держит. С каждым днем Тася становится крепче и сильнее. Выровнялось дыхание, девочка лучше двигает ручками. У Таси тоже спинальная мышечная атрофия, но ей ставят препарат Спинраза. 4 дорогостоящих укола в ноябре закупил местный Минздрав. Ребенок уже был в тяжелейшем состоянии. Она была практически обездвижена, с трудом дышала. Вот сейчас, после 3 загрузочных доз, мы можем сказать, что ее состояние начинает стабилизироваться. Вот только в отличие от Золгенсма, Спинразу придется ставить всю жизнь. Получается, каждый год на это будет уходить около 40 миллионов рублей. В семье Ларионовых и дальше надеются на помощь Минздрава, так как прерывать терапию нельзя. А вот входит ли это в планы Минздрава и сколько в крае таких детей, как Тася, Матвей и Сережа, а главное, есть ли у ведомства на них деньги, мы расскажем в следующих выпусках, когда получим официальный ответ. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Начало года выдалось жарким. За новогодние праздники на Алтае возгорание жилых домов и надворных построек происходит практически ежедневно. За первые дни года в регионе погиб 21 человек. 8 января огонь уничтожил дом семьи в Топчихинском районе. Спасли только документы, остальное сгорело. 4 человека оказались на улице, но одни люди не остались. К их удивлению, беда одной семьи получила большой отклик. Как 4 человека не потеряли веру в лучшее, расскажем далее. Из коридора заходишь, вот дверь, там кухня была, спальня, а вот это здоровый был зал.
В этом зале Наталья, ее брат и двое его детей-подростков смотрели телевизор, когда на второй половине дома замкнула проводку и начался пожар. Никто не пострадал, но вынести успели только документы. Две стиральные машинки, два холодильника, телевизор, вся мебель и одежда – все сгорело. К счастью, спустя три дня сельсовет выделил семье муниципальную квартиру в этом доме. Тут надо все мыть, убирать. Нам дали постели, сноха. Вот. А тут эта мебель уже была? Нет. Это мы вчера все привезли, с деревни подавали. То есть это уже местные вам? Да, местные, но люди давали, вот мы привозили вот это вот все. Квартира завалена гуманитарной помощью от родственников, жителей Зимино и барнаульцев. Дарили мебель, одежду, передавали целые пакеты с продуктами. История семьи неожиданно получила большой отклик в соцсетях и СМИ. Благотворители собирали пожертвования, купили все необходимое и отвезли пострадавшим. Это тушенка. Это паштет. Ну, здесь рожки. Печенье. Еды много, пока хранят в ванной, потому что холодильника нет и в квартире еще холодно. Муниципальное жилье в Зимино не очень востребовано. Во всем доме заселили только несколько квартир. Но Наталье в администрации обещают, что станет теплее. Дети и взрослые надеются, что здесь им придется жить недолго. У отца семейства есть дом, но его ремонт требует больших вложений. Так что денежная помощь для семьи сейчас нужна больше всего. В том числе для покупки бытовой техники и необходимых вещей. На своих экранах вы видите телефон, по которому можно перевести средства на банковский счет. Семья благодарит всех, кто уже помог. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе журналисты страны отмечали свой профессиональный праздник – День печати. Впервые в истории региона лучшим присвоили звание «Заслуженный журналист Алтайского края». Первыми, кто его получил, стали сотрудники газеты «Алтайская правда» Тамара Попова и Константин Сомов. А еще два сотрудника «Алтайской правды» – шеф-редактор Олег Купчинский и редактор отдела экономики и сельской жизни Евгений Шумилов – стали заслуженными журналистами Российской Федерации. 20 сотрудникам СМИ, газетчикам, телевизионщикам, радийщикам вручили медали и благодарности губернатора. Среди них есть и журналисты нашей сибирской медиагруппы. Это сотрудники газет «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», информационного агентства «Толк». Губернатор Виктор Томенко признал, что этот год был непростым и для журналистов. Да, они не остались без работы, но добывать информацию приходилось в непростых условиях. Впрочем, этот труд часто бывает непростым. Валентина Аскерова встретилась с коллегами, у которых есть чему поучиться. Вот эта кукла, у него был на заднице есть его имя. Это американский радиожурналист середины прошлого века. Он такой был харизматичный, яркий. Но с таким пессимистичным взглядом на мир и бухал, грубо говоря. И от того и помер. Но остался в истории, и кукла тоже есть. Вот так с ноткой юмора началась беседа с гуру российской и алтайской журналистики, шеф-редактором «Алтайской правды» Олегом Купчинским. Лауреат нескольких премий, конкурсов, автор сотен захватывающих публикаций, преподаватель. А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы не случай в раннем детстве. Я в 4 года или в 3 года изорвал газету «Правда», это была центральная газета, главная газета страны с портретом Брежнева. Ну, просто порвал и порвал, а потом начал клеить ее. И родители решили, что я буду журналистом. Закончил факультет журналистики МГУ, во время учебы попал в Барнаул на практику. Командировка сразу в район. Петропавловский район. Там была конфликтная ситуация в одной школе. Гнобили молодого учителя, девушка, новатор, она что-то хотела изменить в школьной системе. И у нее был конфликт с директором школы. И я ее защитил, на меня потом набросились, потому что как так, я пошел против системы образования, стал на сторону учителя. Но в итоге она потом стала таким хорошим новатором. Защищать и помогать такую миссию журналиста разделяет и Сергей Тепляков. В подробном представлении мужчина не нуждается. Его имя на слуху, наверное, у каждого жителя края. За 27 лет в профессии он помог многим. Я однажды статью писал, человека из тюрьмы выписали, поэтому я думаю, что выпустили, поэтому я думаю, что ну, люди благодарны. Мы писали в «Алтайской правде», была большущая, долгая история была с поселком Восточный, там людей не прописывали, не узаканивали землю, и у них было там очень много проблем. И там, слава богу, удалось что-то сдвинуть, и люди сейчас могут узаканивать землю и постройки.
Сейчас Сергей Тепляков, так скажем, отошел от дел. Посвящает время написанию книг. Говорит, в профессии журналиста главное вовремя спрыгнуть с коня. Хотя по ночным рабочим звонкам иногда скучает. Тебе там звонят иногда в 11 там, вечера, например, там иногда в 12, там что-нибудь там, или там едешь, там тебе кричат, Сергей, звонят, говорят, Сергей Александрович, а у нас там то-то, и ты так. А у тебя это сегодня в планах-то не было, одеваться-то уже некуда. От корреспондента на региональном ТВ до ведущей на одном из главных каналов страны «Россия-1» Ирина Гунькова в журналистике уже 9 лет. За плечами работа в НТВ в программе ЧП в дежурной части. Покорять вершины в СМИ Ирина начала на нашем телеканале. С ним у девушки связаны самые яркие воспоминания. Я как бы заявила тему, что мне надо было нырнуть в прорубь, но все так, наверное, думали о том, что я все-таки не смогу. И на самом деле, тот был первый раз погружение вообще в ледяную воду. А верующие всегда считали, что вместе с телом в крещенской воде очищается душа. Мне надо было еще стендап записать, то есть сказать что-то в кадр, вернее, в кадре нырнуть и выйти из кадра. Все это, на самом деле, записалось одним дублем, потому что сзади был народ. Ирина долго шла к тому, чтобы стать известным столичным журналистом, на которого будет смотреть вся страна. Покорять высоты девушка продолжит дальше. Главное, говорит, не забывать про отдых. Звонки людей для журналистов – признак доверия. Но, пожалуй, свой профессиональный праздник они бы хотели провести в тишине. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Во время новогодних морозов они точно не сидели дома. Алтайские моржи поставили спектакль по мотивам русской классики. Наша съемочная группа побывала на площадке. Уже с самого начала постановки было ясно. В конце все, как всегда, будут раздеваться. Ой, все говорят, я такая красивая. Ну, не знаю прямо. Что-то как-то. Это ты здесь? Ну вот. А для чего ты пришел? Выходи за меня замуж. Беда, акула утонула. Ой, утонул, слава богу. Сюжет знакомый с детства. Оксана просит черевички, которые носит сама царица. Кузнец Вакула идет на авантюру, лишь бы быть с любимой. Черт, он же Александр Зеленецкий, крадет месяц. На водном мире очередной влажный спектакль алтайских моржей. В основе повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Здесь есть свои режиссеры, ассистенты, артисты. И в жизни многие из них далеки от творчества. В пионерском лагере давно было как-то, что вот тоже сценки ставили, как бы. Ну и так между собойчики маленько, чтобы вот так вот серьезно все, это первый раз, честно скажу. Сейчас я была Чуп. До этого еще спектакли были, и Лебедя играла. Во всех ролях можно попробовать себя. Они прямо в шоке, они говорят, нам вот лучше даже выступать в этих культурных программах, чем плыть на эту скорость, на выносливость, где тратится очень много сил и энергии. А тут шутка, чайпитие, общение. Мы сейчас приобщаем людей к закаливанию через культуру. Особенно это важно сейчас, во время пандемии, считают алтайские моржи. Свой народный театр они называют антикризисным, не имеющим аналогов в мире. Я ни разу за 7 лет не ходил ни в больницу, никуда. Здоровье так и прет. Я бегаю, прыгаю, на лыжах постоянно занимаюсь. Ты живой! Сколько хочешь, бей меня, отец! Отдай свою дочь за меня замуж! Пошел! Да не надо мне никаких черевичек, лишь бы ты только был рядом. Ну, слава богу, любовь моя, мы будем всегда с тобой рядом. Кстати, в ближайшее время алтайские моржи порадуют своих поклонников новыми постановками «Буратино» и «Холодное сердце Фарландии». Подробности пока держат в секрете, но уже ясно, будет мокро. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Такой увидели уходящую неделю корреспонденты телеканала «Толк». Итоги следующей подведем ровно через 7 дней. А я благодарю всех, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!